ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونؤمن به ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له نشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيره خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به عنها الغمة ما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم بتقوى الله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ما بعد أن قال الحاكم في المستدرك رحمه الله В хадисе, переданном от Хакима, в один из дней Умар ибн Аль-Хаттаб сидел вместе с другими сподвижниками пророка мир ему и благословения Аллаха. Тогда Умар обратился к сидящим со словами «Чего бы вы желали?» Ведь каждый человек мечтает, желает достичь чего-либо в этом мире. И сказал один из них, ⁇ Я бы хотел золота в таком количестве, чтобы оно переполняло эту комнату ⁇ чтобы раздавать его на пути Аллаха как милостыню. Второй также сказал, что желал бы драгоценности в огромных количествах, чтобы раздавать их на пути Аллаха. То, о чем вспоминают сподвижники, сидящие с Умаром, когда их спрашивают о том, чего бы они желали больше всего, это раздача имущества ради Аллаха. О другом они и не думали. Потому что они думают о судном дне, а не про эту жизнь. Тогда Омар вновь спросил, чего бы еще вы желали? Тогда они ответили, мы не знаем. Они поняли, что он хочет что-то сказать. Тогда продолжил Омар. Знаете, чего бы я хотел? Я бы хотел, чтобы эту комнату переполняли мужчины, подобные Абу Убайди ибн Джарраху, подобные Муазу ибн Джаблю, подобные Салиму, который был рабом Абу Хузейфы, и Хузейфы ибн Яман. Я бы хотел видеть мужчин, подобных им чтобы они были рядом со мной в установлении религии Аллаха. Амар ибн аль-Хаттаб был человеком с глубоким пониманием. Пророк мир ему благословение Аллаха сказал, «Если бы пришел после меня пророк, то это был бы Амар». Такой личностью был Амар, Поэтому то, что он говорит, исходит от его глубоких знаний. Сегодня люди оценивают мирским. К примеру, в войне. Люди смотрят на количество вооружений у сторон. Будь то танки, ракеты, боеприпасы. Однако не такие люди, как Омар. Ведь Умар знал цену мужчин. Нет пользы в лучших скакунах, в лучших копьях и мечах. Говорит Абу Тейп. Нет пользы в лучших скакунах, если оседлали этих скакуней не лучшие из людей. Не принесет пользы трус, сидящий на коне, в танке или за штурвалом самолета. Он принесет только ущерб. И мы сегодня это видим. Солдаты безжалостной страны сидят за штурвалами лучших боевых машин. Тогда как против них воюют вооружением, создающимся кустарным образом. А герои нет общества с большим количеством героев, чем мусульмане. Эта ума полна мужчин. Те, которые ушли ранее, и те, кто живет и в наше время. Сегодня мы находимся в этой красивой мечети. Обустроенной и удобной. На мягких коврах. В то же время где-то на земле есть люди, которые копают туннели годами, не выходят из этих туннелей. В них же они живут, в них же готовят оружие, спят и воюют они самой безжалостной армией на свете. Мужчины и даже сегодня они там есть, и мы не можем забывать о том, что они есть. Находясь здесь, в уютном доме, мы ни в коем случае не должны забывать этих мужчин. Поэтому мужчин в уме много. И существование настоящих мужчин облегчает и наш путь. Почему? Потому что это позволит нам следовать им. Ислам построен на том, чтобы новые поколения следовали за предыдущими. Это и есть аль иттиба Ислам не религия надуманных вещей. Надумал себе и делаешь? Нет. На чем были предшественники? Изучаем, исследуем этому. И почему Аллах говорит: в посланнике прекрасный усват». Что такое усват? Это когда ты по пятам следуешь за кем-то, кто впереди тебя. И поэтому Аллах послал нам посланника, человека, а не ангела. Хотя он мог бы послать ангела который донес бы до нас религию. Но Аллах сделал не так. Даже неверующие сказали. И об этом говорит Аллах, что заставляет их отказаться от правильного пути. Они сказали, зачем Господь послал к нам человека? У Аллаха есть сила и мощь. Он мог бы отправить ангела. Зачем же он отправил к нам творение, подобное нам? Тогда Аллах говорит. Ответьте, если бы землю вместо людей населяли ангелы, то мы направили бы ангела. Почему? Потому что легче следовать за тем, кто подобен тебе. Направят ангела, и ты начнешь думать. Так он же лучше меня, сильнее меня. Ему-то плохие мысли в голову не лезут. За ним следовать я не смогу. Поэтому нужен человек. И так Аллах направил к нам такого же человека, как и мы. Аллах говорит пророку, скажи, я такой же человек, как и вы. Имеется в виду неравный по значимости. Он величественнее нас. Однако он обычный человек, из крови и плоти. Рожденный от Адама, такой же, как и мы с вами, и посланы, чтобы мы последовали за Ним. Аллах направил Его в качестве примера, чтобы облегчить нам следование прямым путем. Аллах говорит, что послание в виде человека – это Его милость к нам. Он послал нам человека, такого же, как и мы, чтобы облегчить следование прямым путем. И также Аллах повелел и пророку, чтобы он последовал за предыдущими пророками. В суре ан, -Ан после упоминания всех пророков, После перечисления всех этих имен Аллах говорит: Это те, кого Аллах направил прямым путем. Последуй за ними, говорит Аллах нашему Пророку. Сам же пророк частенько вспоминал о них. Иной раз, когда человека постигает испытание, он может думать о том, что никто ранее не сталкивался с таким же, что такое испытание пришло лишь к нему, и никому не было так же плохо, как ему сейчас. В таких случаях нужно вспоминать тех, кто прошел не только через то, что ты воочию не видел, так ты такое даже не можешь себе представить. Во сне тебе не снилось. Вспомни этих настоящих мужчин. И сегодня они есть. И раньше были. В хадисе пришло, что когда пророк мир ему и благословение Аллаха воевал на битве Хунейн, они завладели трофеями. И когда он раздавал их, то некоторым дал больше, чем другим. Потому что Аллах оставил на пророка распределение трофеев. И таково положение трофеев, что командир воинов может распределять некоторые трофеи таким образом, как пожелает. К примеру, тому, кто лучше воевал, он дает больше, или же тому, кто слабый иманом, дает больше, чтобы поднять его дух и иман. Итак, пророк, мир ему и благословение Аллаха, раздал трофеи кому больше, кому меньше, исходя из своих знаний и мудрости. После этого один человек сказал, «Клянусь Аллахом, это разделение трофеев было несправедливым». То есть он недоволен тем, как разделил имущество пророк. И продолжил, и не ради Аллаха это разделено. Свят Аллах. Он подумал, что пророк раздал по своей прихоти тем, кого он любит. Тогда Ибн Мас'уд продолжает. Я рассказал об этом пророку. И ответил пророк на это. Кто может быть справедливее Аллаха и его посланника? То есть Аллах послал меня. Если я задумаю поступать несправедливо, то Аллах не позволит мне это. Если не Аллах, его посланник, то кто справедлив? В этот момент пророк вспомнил о предшественниках, потому что это обидело его. Ведь он отдал все, что у него есть, ради призыва. Он терпел ради донесения религии Аллаха. Аллах говорит, «Он сострадателен и милостив к вам». И когда ты отдал все, а затем ты слышишь еще и обвинение в свой адрес, то ведь это трудно. Тогда он вспомнил и сказал, «Пусть Аллах смилостивится над Мусой». Ему было труднее, и он проявил терпение. Ведь Мусу отправили к евреям, и он, знаете, прошел через многое. Это говорит о том, что если тебя постигло что-то, или если ты думаешь, что постигшее тебя это большое испытание, просто вспомни, вспомни тех, кто был раньше, и тех, кто жив и сейчас. В Суре Худ после повествования истории пророков и народов, к которым они были посланы, Аллах говорит. <просу> все то, о чем я сообщаю тебе о пророках, их жизни, пути, трудностях и испытаниях. И быть может так, что, послушав все это, человек задается вопросом, зачем мне об этом знать? То Аллах говорит, для того, чтобы укрепить тебя. Послушав их истории, про их путь и их стойкость, ты сам станешь стойким на этом пути. Среди верующих есть мужи, которые верны завету, которые они заключили с Аллахом. Среди них есть такие, которые уже выполнили свои обязательства и ушли на это. Значит, этот путь возможно пройти. Невозможно, Аллах не возложил на человека. Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей. И пророки-сподвижники при трудностях вспоминали предшественников. Хаббаб ибн Арат передает, да были доволен им Аллах. Мы находились в Мекке. В то время усилились давление и притеснение со стороны многобужников. И некоторые из нас были близки к тому, чтобы сдаться и отступить. Мы пришли к пророку и сказали, «Почему ты не просишь помощи у Аллаха? Если мы на истине, а многобожники на заблуждении, Почему ты не просишь облегчения в то время, как нас притесняют, унижают и мучают? Тогда ответил пророк. Среди живших до вас бывало так, что человека хватали, выкапывали для него в земле яму помещали его туда. А потом приносили пилу, приставляли к его голове и распиливали его пополам. И бывало, что человека раздирали железными гребнями. Отделявшими мясо от костей или нервов.

Аллах говорит, я сказал, что помогу своим рабам и победит мое войско. И это записано. И Аллах непременно исполнит это. Будем там ты и я или нас не будет. Однако нужно знать, что мы будем стоять перед Аллахом. И мы сами решаем в унижении, не сдержавшие своего обещания, мы будем стоять эль же правдивые и возвышенные положением. Итак, следование этим мужам, о которых сказано в Коране, было приказано пророку. И также он заповедал это своим сподвижникам. Потому что если в твоем пути тебя коснется усталость или сомнение, эти мужи укрепляют тебя. Так говорят арабы, тот, кто дружит с настоящими мужчинами, сам становится таковым. Это делится на два вида. Первое — это окружение из этих настоящих мужчин. Будь рядом с ними. И отдались от малодушных, трусливых и робких друзей. Второе — если ты не можешь физически находиться рядом с ними, то будь рядом с ними своим сердцем. То есть изучай их историю, их путь, те, кто был раньше, или те, кто жив и сейчас. Таким образом, ты и сам начнешь походить на них. Если человек захочет последовать за кем-то из тех самых настоящих мужчин, после пророка, то ему следует смотреть на сподвижников пророка, саляллаху алейхи вассалям. Мужественнее них, бесстрашнее них, с чистыми сердцами и крепкой верой не было никого. Они таковы, потому что сам Пророк воспитывал их. И лучше, чем Пророк, никто и никогда не обучит и не воспитает. Во многих местах, где упоминаются сподвижники, Аллах хвалит их. Они первые, кто приняли ислам и распространяли его. Мухаджиры, те, кто оставили все и переселились вместе с пророком Медину. Ансары, те, кто приютили мухаджиров. А затем те, кто последовал за ними. Аллах доволен ими. И они довольны Аллахом. Он приготовил для них райские сады в которых текут реки. Они прибудут там вечно. Это великое преуспеяние. В другом аяте Аллах говорит, Аллах остался доволен верующими, когда они присягали тебе под деревом в Худайбии. Когда пророк направлялся на Умру и достиг местности Худайбии, сподвижники в количестве 1400 человек, и с ними был Усман, которого направили в качестве переговорщика в Мекку. И прошло время, а он не возвращался. Однако пришел слух, что переговорщика убили. И тогда пророк взял присягу с 1400 человек о том, что они направятся и сразятся в Мекку вместе с ним. И тогда Аллах сказал, что остался доволен ими. И про сподвижников можно говорить долго. Пророк сказал, Лучшие люди те, кто рядом со мной, затем те, кто после них, а затем последующие поколения. В другом хадисе передано, что Пророк ﷺ сказал: "У вас все будет хорошо, пока среди вас будут те, кто был рядом со мной, те, кто видел меня, то есть его сподвижники". Также продолжил. Клянусь Аллахом, если среди вас будут те, кто видел тех, кто видел меня, то также ваши дела будут хороши. Это табиины. Затем пророк продолжил. И те, кто видел тех, кто видел тех, кто видел, тех, кто видел, тех, кто видел меня, это от то есть три поколения. Если они будут среди вас, также все у вас будет хорошо. Это означает, что религия берется не через разговоры, а через явный пример. Сподвижники смотрели на пророка и повторяли. Табиайны смотрели за сподвижниками и повторяли. Посему нам следует смотреть на праведных предшественников и равняться на них. Делать так же, как и они. Этот хадис от Табарани. Ибн Мас'уд, упоминая из подвижников, говорит, Аллах заглянул в сердца своих рабов, то есть посмотрел на сердца всех людей. И нашел наилучшее сердце, и оно принадлежало пророку Мухаммаду, алейхи и он избрал его и отправил. Затем он, свят он и велик, посмотрел на другие сердца и выбрал лучшие, и сделал из них сподвижников пророка, и отправил их, чтобы они были рядом с ним, чтобы они распространили религию. И знаете, то, что посчитали сподвижники благим, то это и вправду благо, ведь Аллах избрал их. Ибн Масруд также говорит, если ты хочешь последовать за кем-то, последуй за теми, кто уже ушел из жизни. Потому что тот, кто жив, может впасть в заблуждение. Если ты идешь по пятам того, кто жив, то завтра, быть может, он наступится струсит, предаст, продастся. Мы должны понять, насколько бы хорошим вам не казался человек, нельзя слепо следовать за ним, как бы ты его ни уважал. Задумывайся о каждом его шаге, о каждом поступке, сверяя его с религией, потому что нет тех, кто не ошибается. Поэтому Ибн Масруд говорит, если ты хочешь последовать за кем-то, так, чтобы не думать о его поступках, то последуй за предшественниками, о которых свидетельствует умма. И это сподвижники пророка. Они лучшие из этой умы, с лучшими сердцами, с большими знаниями. Они не переходят границы и не стремятся делать то, чему они не были обязаны. Они не были такими. Среди людей есть те, кто берет на себя слишком много. Также и другим это навязывают. А затем у людей пропадает интерес к религии. Да и у него самого пропадает. И этому причина невежества. Аллах избрал сподвижников, чтобы они были рядом с пророком Для установления религии Знаете же их степень Последуйте за ними И берите у них характер и стремление в религии Насколько вы можете Смотришь на их качества Изучаешь их историю Как мы говорили ранее изучаем путь настоящих мужчин и следуем их пути. И они те, кто на правильном пути. И было бы достаточно этого аята про них. Мухаммад посланник Аллаха. Те, которые вместе с ним суровы к неверующим. И милостивы между собой. Те, которые вместе с ним суровы к неверующим, и милостивы между собой. Ты видишь, как они кланяются и падают ниц стремясь к милости Аллаха и довольству. То есть они часто поклоняются. Они при любой возможности в мечетях. И Аллах говорит об их признаках. То есть это следы, которые будут видны в судный день. Пророк, мир ему и благословение Аллаха сказал, что в судный день лбы, руки и ноги его общины будут сиять. То есть все части тела, которыми совершаются земные поклоны, они и будут сиять в судный день. И Аллах также определяет их. И сказано, они совершали частые поясные и земные поклоны, пребывали в мечетях. Один из атрибутов настоящих мужчин – это частое посещение мечети. В домах Аллаха, где Аллах позволил поминать и поклоняться Ему, то есть в мечетях, Аллах говорит, в них настоящие мужчины. Хотите посмотреть на мужчин, посмотрите на тех, кто постоянно поклоняется в мечетях. Также в хадисе от Абу Хурейры пришло, что сказал Пророк мире ему благословение Аллаха. Не ругайте моих сподвижников. Я клянусь Аллахом, даже если кто-нибудь из вас израсходуют целую гору золота, величиной из гору опыт. Награда за это не сравнится ни с муддом, ни с половиной мудда которую пожертвовал любой из них. То есть наши пожертвования с гору Уход не будут даже с пригоршней или даже половиной ее, потому что их вера сильна. Их намерение искреннее, чем наши. И нам этого не достичь. Посему даже если два человека поклоняются одинаково, будь то намаз или пожертвование, то когда узнаешь о награде, она будет сильно отличаться, как небо и земля. Потому что один делает это искренне ради Аллаха, а второй нет. И таковы сподвижники. Если на то будет воля Аллаха, мы постараемся поговорить об их истории и сегодня, и в дальнейших проповедях, чтобы постараться хоть как-то походить на них. Такими же стать у нас не получится, потому что Пророк сказал, что мы никогда не достигнем такого величия. Однако нам нужно стараться хотя бы походить на них.

Начиная историю праведных предшественников, мы начнем с первого после Пророка, лучший из подвижников. Курани, упомянутый как один из двух, который был в пещере с Пророком, и Аллах сказал, что ты думаешь о двух трети с которыми является Аллах? Что значит Аллах был с ними? аллах ты находится над небесами, над своим троном. Однако Аллах вместе с ними, своей силой и милосердием к ним. И Он тот, перед которым будут открыты восемь врат рая. И в каждой из них будут звать Его, чтобы Он вошел через них. И он тот, о ком сказал Эммар, что если сравнить веру всех мусульман и веру этого одного человека, то его вера будет больше. И он тот, чье имя произнес пророк в ответ на вопрос, кого ты любишь больше всех. И он тот, кто наиболее других помог пророку пожертвовал свое имущество, здоровье, да и всем, чем он владел. И сказал пророк, что он тот единственный, кому он не смог отплатить за его доброту и помощь в этой жизни, а всем же остальным он отплатил. И сказал, что ему сполна отплатит лишь Аллах, что свидетельствует о том, что его деяния большие. Это никто иной, как Абу Бакар Сиддик.

Почему пророк, саллиллаху алейхи вассалям, так назвал Абу-Бакра? Тогда Аиша ответил, что в один из дней посланник Аллаха, саллиллаху алейхи посмотрел на него и сказал, «Он Атик, то есть защищенный от огня ада. Он тот, кого обрадовал пророк еще при жизни тем, что он не попадет в ад. Он тот, кого Аллах, Велик Он и Возвышен, назвал Сиддиха. Смысл у этого слова два. Первое – правдивый и никогда не врущий человек. Второе. Тот, кто верит во все, что пришло от Аллаха и его посланника. Аиша, да будет доволен ее, Аллах говорит, что когда пророк вознесся, и перед этим он был перемещен в мечеть Аль-Акса, и на утро он уже был дома, то есть все произошло за одну ночь. И в те времена это было нереально. На это требовались недели и месяцы. И когда пророк на утро все рассказал, люди начали сомневаться. Настолько, что некоторые из них вышли из ислама Тогда, как ранее они были верующими Они пришли к Абубакру и сказали Твой друг говорит, что за одну ночь он перенесся в Алякса Затем вознесся и вернулся на утро Разве ты веришь этому? Тогда спросил Абубакар. Он так сказал. Он от пророка не слышал еще, лишь от этих людей. И он спрашивает, сказал ли пророк такое? На что ему ответили? Да. Абубакар продолжил. Если он так сказал, значит, он говорит правду. Это и есть настоящая вера. Они сказали, «Разве ты веришь в то, что он проделал настолько длинный путь?» Так еще вернулся на утро, он сказал, «Да, верю». Вы удивлены этому, тогда как я верю в более странное, чем это? Они спросили, «Что же это?» Он ответил, «Я верю в то, что ему приходят откровения, и что их приносит ангел по имени Джабраиль. Если сравнить их, то почему, веруя в неспослание откровения мнение верить в вознесение. Тогда он и был назван ас -Сиддик. Али, да будет доволен им Аллах, клялся, что это имя было наречено самим Аллахом. Описание телослужения Абу Бакра. Передается, что он был худым. Настолько, что Изар, который они носили, и его, чтобы вы понимали, завязывали, чтобы он не падал. А у него он спускался постоянно, не держался. Тогда он пришел к пророку и сказал, что у него спускается Изар вниз. Тогда, как ты сказал что все, что ниже шикала, так будет в огне. И тогда пророк сказал, что это не касается Абубакра. Посему мужество не в большом телосложении. Пророк показал на сердце и сказал, «Богобоязненность находится здесь, и все остальное после сердца». Если твое сердце полно веры и мужества, то все остальное является лишь плюсом. Однако, если нет сердца, то это лицемерство. И что говорит о них Аллах? Когда ты увидишь их, то они крупного телосложения. Когда они говорят, тебе захочется их слушать. Однако польза от них столько же, как с деревяшки, которая стоит у стены. Какая польза от этой деревяшки, которая стоит у стены? Польза нулевая. Также и некоторые из этих мужчин. С крупным телосложением, точно такая же деревяшка. Не довериться, не рассчитывать на него, и его помощь у тебя не получится. Не будьте такими же. Итак, Абубакар. он был из тех, кто первым уверовал. И так передается, что в один из дней к пророку, пророку, с которым сидели сподвижники, забежал Абу-Бакр. Пророк, посмотрев на него, сказал, «Вероятно, ваш товарищ с кем-то поссорился». Это было видно по его лицу. И действительно, у них с Умаром произошла ссора. Абу сел и сказал, что между ним и Умаром произошла ссора. Это два наилучших человека. И, поспешив, Абу-Бакр сказал обидное Омару. Однако затем он пожалел и попросил прощения у Омара. А Омар не стал прощать Абу-Бакра. Поэтому сказал Абу-Бакр, «Я пришел к тебе». Тогда пророк сказал, саллиллаху алейхи «Пусть Аллах простит тебя, о Абу Бакр», и повторил это три раза. В это же время Умар уже пожалел, что не просил Абу Бакра. Их сердца таковые, сердца настоящих мужчин таковы, что они быстро прощают и забывают ошибки. А злопамятные люди, даже если пройдет сто лет, будут помнить и хранить в сердце все это. И даже сегодня некоторые братья сидят, обидевшись друг на друга, что один позвонил, другой не взял, третий на сообщение не ответил. Что это такое? Разве из-за этого можно ссориться с братьями? Однако они были не такими, потому что он твой брат. Ну случилось, спылили, и что теперь месяцами не разговаривать? Не так поступают мужчины. Умар сразу пожалел и направился к Абу Бакру. Но того не было дома, и он отправился к Пророку, мир ему и благословение Аллаха. Когда Пророк увидел Умара, то изменился в лице, разгневался, так как очень любил Абу -Бакра. Когда это увидел Абубакар, он испугался Заумара, свят Аллах. Так они любили и переживали друг за друга. Еще раз, они поссорились, они обижены друг на друга. Но после первый раскаялся и попросил прощения. Второй не простил. А затем пожалел об этом и пришел увидеться. А теперь, видя разгневанного пророка, Абубакар боится заумара. Тогда Абубакар, сидя на коленях рядом с пророком, начал говорить: О, посланник Аллаха, я виноват. Я был виновен. Боясь заумора. Тогда пророк сказал. И это и есть степень Абу-Бакра. Пророк сказал. Аллах отправил меня к вам. И вы все посчитали меня лжецом. Абубакр сказал, ты говоришь правду. Все вы отвернулись и посчитали меня лжецом. Абубакр же уверовал в меня. Своей душой, телом и имуществом он помогал мне. Вы оставите в покое моего друга. Ты понимаешь? Все, кто там сидит, сподвижники. Умар, и остальные самые лучшие сподвижники, однако Абубакар особенный Вы оставите в покое моего друга, продолжал Пророк. После этого все боялись хоть чем-то обидеть Абубакра. Таково положение у Абубакра, потому что он показал свою любовь к Пророку. То, что он готов отдать жизнь за него. И достаточно этой истории. Говорит Асма, дочь Абубакра. В один из дней прибежал человек Абубакру со словами «Поспеши, бьют твоего друга». И это было перед переселением, когда они находились в Мекке. В то время никто не выявлял свою веру, кроме пророка, который объявил о своей миссии, однако ввел призыв в большинстве скрытно. И когда пришла эта новость, Абу Бакр выбежал и побежал к Каабе. В то время пророк молился у Каабы, а многобожники пришли и начали бить его. Абубакар подбежал со словами «Разве вы хотите убить человека только за то, что он сказал «Мой Господь Аллах»?» Никто не решался объявить себя верующим прилюдно. Однако он подбежал и стал их оттаскивать от пророка. Тогда разгневанный его поступком, тем, что он мешает бить пророка, они начали бить Абубакра и оставили пророка. От сильных избиений после того, как он вернулся домой. С любого места на голове, куда бы он ни дотронулся, волосы падали. И даже в этом месте он восхвалял Аллаха. В другом хадисе Бухари передается, что просили. Расскажи о самом плохом поступке многобожников по отношению к пророку, он сказал, «В один из дней пророк, мир ему и благословение Аллаха, молился у Каабы. И к нему подошел Укба ибн Абу Муайт аль-Курайши, враг Аллаха. Он накинул рубашку на шею пророка и начал его душить. Да так, что чуть ли не убил. И тогда подбежал Абу Бакр, Откинул его и сказал, разве вы желаете убить человека только за то, что он сказал, мой Господь Аллах, там, где много людей, которые тебя поддержат, сказать что-либо нетрудно. Трудно сделать это там, где нет поддержки. И Абубакр сделал это, в то время как все боялись даже признаться в своем принятии ислама. Заступиться там, где могут избить, где могут убить. Вот это и есть мужество. И таким был Абубакар. Кого ты любишь больше остальных, он ответил Абубакра. И нам не хватит больше времени рассказать про него. В следующих лекциях мы упомянем о нем подробнее. О том, каким он был в первое время принятия ислама, и о том, каким он был после переселения, каким был он во время сражений, каким был после смерти пророка, когда умма осталась без руководителя, и каким руководителем он был при жизни, и как он вернулся к Аллаху. И мы поговорим обо всем этом с надеждой на то, что мы станем хотя бы чем-то похожи на него. Если вы не похожи на них, то хотя бы постарайтесь походить на них. Потому что попытка быть похожим на благородного и мужественного человека уже делает тебя благородным и мужественным. Пусть Аллах сделает нас стойкими на религии Аллаха, на пути посланника Аллаха. Пусть Аллах воссоединит нас с праведными предшественниками и укрепит нас на истине. والتقى والعفاف والغنى، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، وقنا عذاب النار، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان، ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان، ان امنوا بربكم فامنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الابرار، ربنا واتنا في الدنيا حسنه، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى مَنْ أُمِرْتُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا